слышали про школу виртуоза? А что такое? А вот что за школа, как вы думаете? Виртуоза? Да. Ну, это значит такие виртуозы при виртуозы. Играют только так. Творческие люди. Это такой человек, которого все знают, который хорошо играет. Виртуозы – это люди, которые приходят и сразу, все вокруг сразу понимают, что что-то сейчас будет. Мне все нравится здесь, все вообще. Ребята любят нашу школу, и они любят сюда ходить. Ну, ребята и девочки, и мальчики, все любят нашу школу. Вот для вас школа виртуозы – это что? Знаете, мне очень нравится в этой школе атмосфера. Да, почти что каждый день он фантастический. Но это классная группа людей, которые стремятся что-то вместе делать. Мне здесь нравится иногда посидеть, здесь очень прикольно. Просто щелкунчик. Тоня, как ты думаешь, сколько лет нашей школе? 32. Не знаю, может быть, 10. Ну, лет 12, наверное, есть. 5. Ну, лет 20, наверное. Наша школа в будущем. Через 10 лет школа будет иметь много филиалов в каждом районе города, включая Академгородок. Ой, ну это, наверное, будет большой мега-мега-центр. Хочу, чтобы стала красивой. Чтобы наша школа всегда была в успехах. Чтобы через 50 лет... Мы с вами увидели здесь? Да-да-да-да. Сыграли в 4 руки. Да-да-да-да. И что бы вы пожелали нашей школе? Хороших учеников... И хороших учителей. Чтобы настроение было вот. Творческих успехов, подъемов, креативности. Чтобы она была крепкой. Желающих, любящих музыку учеников. И просто, ну, вас все хвалили, вы просто, чтобы уже устали. Вас, ну, все хвалят. Учеников хвалят, везде в прессе, везде, на всем мире только хвалят ваших учеников, которые плод вытерли вот так. И пошли все в отпуск отдохнуть. Вы что, это куда потом будете запускать? Ну а что на день рождения тоже? Кому пожелать? Процветания, успехов больших. Чтобы у вас как можно больше людей тут было. Поздравляю! 90-летие. Спасибо.